тебя зовут? Меня зовут Женя. Я ее хочу дать, потому что она интересная. Ну, тоже верно, действительно. А ты с... она взрослая или детская? Детская. Как называется? Лекарство от послушности. Лекарство от послушности. Хорошо, сейчас узнаем. А ты что принес нам? Как тебя зовут? Подожди, как тебя зовут? Миша. Миша, что принес? Я принес такую книжку, называется «Аутухейлинг». А, мне кажется, это Оскар Уайлд, портрет Дориана Грея, да? Очень классная книга. Грея. А это точно детская книга? Нет. Мне почему-то кажется, что она чуть-чуть взрослая. Да, взрослая. Ты ее читал уже? Нет, это мамина книжка. Вы мама? А вы читали? Конечно. А смотрели? Нет, я читала. Правильно, не смотрите. Так, хорошо. Те люди, которые читают книги, обычно не смотрят фильмы. Потом разочаровываются насчет экранизации. Так, хорошо. А вас как зовут? Меня зовут Любовь. Любовь, прекрасно. А вас? А меня зовут Алена. Алена, что принесли? Книга «Вне игры», после прочтения которой обязательно захочется поменять что-то в своей жизни. Оставьте, пожалуйста, я знаю, кому она пригодится. Очень рекомендую. Легко читается на английском. Ну, так просто на изи взяли и почитали на английском. Хорошо, еще что-то у вас, да? Кавказамок. Кавказамок, хорошо. И противоположность. Это легко читается, это не совсем. Потому что на русском, наверное, да? Хорошо, спасибо. Так, вот с этой стороны зайду. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут? Алина. Алина, здравствуйте. Алина говорит... Ставьте на меня вот так вот решеточки, чтобы меня... Ваш вкус — это хорошие книги, действительно. Так, хорошо. Здравствуйте. У вас очень много книг, вы не хотите нам их, да, пока? Вы 4 тома «Война и мир» сразу принесли? «Война и мир», Достоевский, Брэдбери. Прекрасно. В смысле, можно выбрать, да? А Брэдбери что? 400? Должны знать, что ваша книга должна быть достойна.